Здравствуйте, уважаемые коллеги, партнеры и инвесторы. С вами Александр Сударев. И сегодня мы находимся в гостях на территории Совэлмаш. Как вы можете наблюдать, мы получили новое оборудование, так называемый стол обмотчика, который впоследствии поможет нам в намотке более мощных и крупногабаритных асинхронных электродвигателей. Сейчас на рабочем столе обмоточного станка установлены два двигателя мощностью 3 кВт и 2,2 соответственно. Я думаю, вы можете представить, какого габарита будет двигатель, с которым действительно будут происходить работы. Как всегда, на территории Совэлмаш ведется очень много работ. И работа эта происходит на разных фронтах, начиная от документов, заканчивая работой с железом. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всего того, что происходит в жизни проекта.